зрителей города женщин и республики поздравляем от имени Федерации ездового спорта. Замечательная упряжка, но не с Дедом Морозом или Санта-Клаусом и оленями, а вот с такими оленями шкурами, замечательной собачкой, вот таким замечательным Дедом Морозом и замечательной девочкой сегодня в городе женщин. И, конечно, мы начинаем наш эфир и посвящаем ему предновогодние суматохи. Всеми хлопотами, заботами, кто чем занимается, расскажет сегодня в нашем эфире. И мы начинаем. Ну что, мы начали наш эфир неспроста с этой потрясающей тройки, потому что именно эти ребята занимаются активно благотворительной деятельностью. И действительно, вот такая упряжка ездит по улицам нашего города, по различным детским домам, да, по больницам. И, конечно же, давайте вы расскажите сами о себе, кто вы, какую общественную организацию вы представляете и каким полезным делом вы занимаетесь в эти предновогодние дни. Василий. Мы Федерация ездового спорта организовали в 2015 году и начали активную деятельность, по благотворительности. Начали все с акции «Добрый пес». Это организовали фотозону и на благотворительность с детьми Якутии собирали детям. И в 2017 году съездили в коррекционную школу, подарили детям подарки. С нашими друзьями-анимашками тоже поздравили с Дедом Морозом, подарили подарки и также прокатили на наших упряжках детей всех. То есть у вас такая благая миссия, да, помимо того, что вы дарите подарки в новогодние дни детишкам, да, так вы еще и приучаете к заботе и любви к братьям нашим меньшим, да? Вот какой эффект у детей, когда приезжает Дед Мороз на таких санях и вот с такой упряжкой? Да, дети очень сильно радуются, конечно, и это удивляет их и, в общем, оставляет неизгладимые впечатления, радостные, перед Новым годом особенно. И мы надеемся, что они будут в дальнейшей жизни любить животных тоже. Кто-то, может быть, когда повзрослеет, тоже будет заниматься таким ездовым собаководством. Ну и просто, может быть, хорошими хозяевами станут. Ну вот если взять все-таки благотворительную акцию, да, чьими силами, кто помогает вам в этом? Чисто только ваша федерация или любой желающий может присоединиться к этой потрясающей акции? Ну, у нас в основном наши члены федерации и все собаководы города Якутска у нас сидят члены. И все мы дружно скидываемся, и также может любой желающий принять участие. То есть у нас есть страница в Инстаграме «Фестсаха», и мы там запустили нашу акцию в этом году «Десант ездовых собак» называется. И будем ездить, в эти выходные уже начинаем уже ездить. А, уже с этих выходных? То есть, возможно, к вам присоединиться еще, да? Да. Хорошо. Вот вы говорили о том, что вот с новогодней акцией вы стартовали в 17 году, да? Первая школа, коррекционная школа, да? Вот не было ли вам, допустим, немножечко сложновато чисто вот в психологическом моменте, да, переступить какой-то барьер? Или вы уже люди привыкшие и прям легко и просто... Да, очень легко получилось, потому что все дети, все люди любят животных, да? И когда
помещение приходят животные, уже она как-то освежается. Люди начинают радоваться, видеть эти собачьи глазки. И у каждой собаки есть свои таланты. Есть у нас собаки, которые поют под музыку. А, у вас даже поющие собаки есть. Да. Есть, которые выполняют определенные, эти дрессированные собаки тоже есть. И есть у нас люди, которые проводят школу доброты. И они ездят по детсадам, школам. И вот они как раз и приручают к ответственному. То есть они как правильно воспитать, какие команды, что должна делать собака. И что ждет людей, которые берут собак. А вот скажите, пожалуйста, а можно вот просто приобрести подарки, передать вам, а вы отвезете это вместе вот с собачками ребятам, которые ну, прям мечтают об этом? Или нужно обязательно присутствовать самим? Нет, можете просто передать и, допустим, куда-то, если есть возможность, то мы поможем, конечно, передать. Итак, дорогие телезрители, мы обращаемся к вам, Федерация ездового спорта. Вот есть адреса у нас сейчас на экране. Пожалуйста, если у вас есть возможность, можете написать по WhatsApp. И, конечно же, давайте творить добро. И начать можно прямо сейчас, вот с этого утреннего эфира. Возможно, ну, сердце ваше растает. Тем более, мне кажется, у нас в республике очень много любителей собак. И поэтому, мне кажется, просто даже от своей милой собачки передать привет и подарить какой-нибудь презент какому-нибудь малышу, да? Да. Хорошо, вот все-таки возвращаясь к благотворительной акции 2017 года. У нас есть фотоматериалы, да, как вы ездили туда. Давайте посмотрим. Замечательно. Вот как часто вообще Федерация ездового спорта проводит благотворительные акции? Ну, нам обычно выходят на наш контакт, то есть звонят, вот, ребята, есть ли у вас возможность нам помочь там, то ли организовать фотозону, то ли покатать. И мы бросаем клич в нашу группу ребятам, и те, кто смогут и желают, ну, есть время, там, возможности, то присоединяются, конечно. Да, и, ну, проводили 50 лет победы в спорткомплексе с белым бимом на пожертвование бездомным животным тоже эти фотозону делали. А, то есть у вас вот так, ну, такое, знаете, не просто разъезжать, катать, да? Но вот вы сказали, на этих выходных вы уже отправляетесь вновь вот в такое. Да, мы договорились там с детским домом «Берегиня» и с коррекционной школой. С коррекционной школой. И сколько собак отправится-то? Отправится, ну, где-то 10-9 собак, где-то так. 10-9 собак. Да. И вот в такой лютый мороз вы все равно прокатите ребят на вот этой упряжке, да? Да. Да, там небольшой дворик, и по дворику будем катать. Ага. По дворику катать. Мне кажется, какие эмоции будут, да, у детей вот так прокатиться, да? Это практически, наверное, такая новогодняя сказка сбылась, да? Конечно, оленей мы не можем предоставить, да, которые с крыши дома упадут. Но вот таких вот замечательных собачек можно. Ну и расскажите про эту красавицу. Не зря же она в городе женщин лежит, терпит эту жару. Собачка называется порода аляскинский маламут. Она приехала к нам с щенком с двухмесячным из Новосибирска. И, ну, здесь уже она прижилась хорошо, работает в упряжке передовиком. Ну, умные собаки. Умные собаки. Вот, и вот, если говорить об этой породе, вот вы ее часто возите вот, в свои благотворительные акции, то есть они очень хорошо воспринимают детей, и дети их, да? Да, обязательно. Они с тысячелетиями воспитывались так, чтобы лояльны к любому человеку, да? Ну, они как транспортное средство на Аляске используются, поэтому любой человек запряг и поехал. Ну, как вот так вот. И поэтому у них генетически предрасположенность к любому человеку очень добрый. То есть они у нас прям находятся в нужное время, в нужном месте, да? И... А вы сами-то готовитесь, помимо благотворительной акции, к Новому году, Василий и Николай? Ну, как готовимся? Конечно, детям поставили елочку, там, костюмы ищем. Ну, такое вот, к утренникам в основном готовимся. А так сами, ну вот, чисто со школами договариваемся, собираем подарки, ну, на подарки деньги собираем. Все, вот, в общем, да. А Василий? Ну, точно так же. Утренники дома поставили, елку украсили, детям детский домик тоже поставили, разукрасили. И готовимся, ждем.
Ну что, спасибо большое, что посетили город женщин. И, конечно, еще раз, дорогие телезрители, напоминаем, что Федерация ездового спорта активно занимается благотворительностью. И вот буквально в эти дни и в течение еще ближайших 10 дней они будут ездить и посещать различные детские учреждения. И если вы хотите помочь им, пожалуйста, контакты на экране. Ну а сейчас мы переходим к следующему сюжету. Что же заботит, какие хлопоты и заботы у наших горожан? Внимание на экран. Все, начиная с силки, заканчивая меню и там адвентом, всем-всем-всем. Реально ничего не успеваю. Вот. И как будто даже ощущения нет, что вот-вот Новый год. Почему-то, не понимаю, почему. Без этих было, без кредитов. Подарки надо взять каждому в семье, мужу, внучатам, внучкам. Ой, маскарады эти, очень много всяких. А таких дел, конечно, их всегда много, и не только на Новый год. И утренники в школе. Подарки купить, но я их купил вроде. Так что программу минимум выполнил. Подарки купить. Домой доехать. Куда? В Белую гору. О, подарок. Маме, папе купить и все. Покупать своим родственникам подарки, там, елочку поставить. Нет. Ну, новогоднее настроение всегда с собой позитивное надо носить. Обратите внимание, ледяная скульптура. Дотронуться до нее просто невозможно, потому что это холод и это зима. И знаете, в Якутске у нас на улицах города очень много ледяных скульптур. Но мало кто задумается, а кто же творит это новогоднее чудо? Чьих рук это дело? Сегодня в студию мы пригласили мастеров. Это девушки. Знакомьтесь, Людмила Федорова и Александра Неустроева. Они являются у нас начинающими мастерами по ледовой и снежной скульптуре. Участвуют они в одной команде, это единое целое. Команда называется «Кюстехсана». Людмила является ювелиром, преподавателем по технологии исполнения изделий Якутского художественного училища. А Александр у нас является преподавателем по художественному проектированию того же учреждения. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Ну вот, кстати говоря, вот эта скульптура была сделана буквально за полчаса до эфира. Мы сохранили ее. Это была глыба льда. И вот, девочки, расскажите, пожалуйста, как давно вы стали заниматься вот таким зимним искусством? Мы стали уже... Эта зима у нас уже третья. Третья зима. Да, и уже 9-й фестиваль международный. Угу. Мы начали... Мы сначала с глиной работали. С глиной? Да. И, на фестивале? У нас был фестиваль Той. Угу. И там, когда мы работали с глиной, были мастера наши... Знаменитые мастера по льду, и они вот рассказывали, как они там работают по льду, как хорошо вот этот материал поддается и так далее, да. И мы тоже захотели, загорелись. И решили ту же зиму уже начали работать. То есть, по сути, если ты умеешь работать с глиной, несложно работать и со льдом? Ну, лед тоже природный материал, и он себя ведет тоже очень... Интересно, она как хрусталь будет потом. Угу. Работать с ним очень интересно. И из подручных средств тоже можно. Например, глину, например, лепишь, глину лепишь, а лед отсекаешь. Угу. Вот отсеканием, да, отсеканием получается лишнего. Отсеканием лишнего у нас получается форма. То есть технология, да, вот да, другая совершенно. Да. Глину, наоборот, нужно, да, больше? Да. Глина капризнее. Нужно, да, лепить, вот нужно лепить. Лепить и прижимать, да, а это нужно отсекать. Отсекаешь, да. Ага. Хорошо, вот все-таки давайте поговорим об этом. Вы работаете на улицах нашей столицы? Ваши скульптуры есть? Да, есть у нас, мы можем сейчас посмотреть, да, на ваши работы. И вопрос тогда, сколько в среднем занимает изготовление вот данной скульптуры, вот примерно такого размера? Данная вот скульптура. Ну, мы в основном на фестивалях, на международных фестивалях, на городских фестивалях, да, участвуем. Например, блиц-турнир бывает, да, на бриллиантах Якутии. Вот. И одна небольшая скульптура занимает один день, да, с утра до вечера работаешь. Вот. А большая скульптура уже вот несколько дней, да, занимает. Несколько дней. Да. И значит, а существует ли какой-то
температурный режим? Ой, у нас тут минус 50, мы когда начинали, да? Да ладно, и минус 50 вы делали скульптуры? Да, ну когда первая зима, там минус 50. В этом году у нас потеплело, и погода хорошая была. Это хорошо, когда вот погода более теплая, или все-таки для изготовления таких скульптур нужен мороз лютый? Нет, когда вот минус 50, ты когда клеишь, там чуть-чуть капельку воды, и она опять трескается. Очень трудно, когда... в экстремальных условиях работать. Вот, видите, как оказывается, в экстремальных условиях изготавливать скульптуры не так-то уж легко. Девушки, вы принесли нам ваши орудия труда, да? Как у первобытных людей, для меня это практически то же самое. Вот расскажите, чем же вы работаете и вообще откуда вы берете эти изделия? Ну, это самое первое, которое... Да, самое ходовое. Ходовое, это ножи якутские, да? То есть вы... со льдом работаете якутскими ножами. Да. И так как у нас ребята наши ювелиры тоже, ну мы художественный металл, и ковку тоже делаем, и ножи тоже делают ребята наши. И вот эти все инструменты, они самодельные. Специальные инструменты для льда. Ну-ка поднимите, покажите. Александра вот держит в руках. Это, ну вот это все, что вы говорите, как бы отдалбливать, да? Да, это все, да. Для формы. Да, для придания формы, вот разные есть формы. Например, вот это угольник, да, это угольник. Вот это, например, вот эти более круглые формы делать и так далее. Да. И идут также вот такие ножи. Обычные, даже кухонные ножи. Обычные, идут. Да. Для овощей. Идут тоже. Видите, для смотрите. Овощерезка. Девушки, тоже смотрите, прям и женская рука чувствуется во всем. Они даже ножами из кухни своей, да, вот так вот что-то тут как-то работает с этим делом. Я вообще не понимаю, как это можно сделать, но, в общем, я верю. А вот, девушки, вопрос такой, откуда вы берете лед? То есть это тот самый простой речной лед или это должен быть какой-то специальный? Нет, самый простой речной лед. Обычный. Откуда вот такая чистота и прозрачность? Ну, это лед с 202-го нашего. Обратите внимание, посмотрите, какой чистый и прозрачный лед на 202-м микрорайоне. Девушки не врут. Совершенно прозрачный, вон, даже можно, наверное, сквозь лед посмотреть. А откуда черпаете идеи? Вот если говорить о скульптурах, которые вы производите вот на улицах столицы, это определенные заказы или у нас, возможно, просто вот проснулась, решила сделать, я не знаю, там, скульптуру коня? Пошла и сделала. Есть определенные заказы, да, это от заказчика зависит. А есть вот на фестивалях, например, на тему определенную дают, да, например, сказочные образы, а потом уже там внутри, да, внутри темы уже этот, от фантазии зависит. Да. Художника, ну, от скульптора. Лед тоже подсказывает, там, по ходу дела тоже чуть-чуть. Есть влияет. Авторские почерки уже, да, у больших мастеров наших, например. Вообще наши мастера по льду скульпторы самые именно вот именитые, да, и номер один в мире, да, и знаменитые во всем мире. На мировом уровне знают наших скульпторов. На мировом уровне, да, Егор Степанов, да, например, Шадрин, да, и Василий Аргунов, и многие-многие другие. То есть, да? Очень... Атласов, да, Федор Марков. Да. Вот это именитые большие наши мастера. Они вот именно за собой ведут молодых. Уже молодое поколение растет, да, скульпторов. И они вот и в Америке, и в Канаде, и в Германии, во всем мире. Вот действительно... Зима начинается с Якутии. С Якутии, да? А вот как вы считаете, что является отличительной чертой наших мастеров, да? Вот в чем залог их успеха? Почему вот именно они стали вот знамениты на весь мир благодаря вот такому замечательному творчеству? Особая закалка, когда в минус 50 работаешь, конечно, после этого другие страны, когда едешь, там лед мягче, лед лучше там. Благодаря вечной мерзлоте, да. Вечной мерзлоте, да. В генах, в крови, как говорится, уже. То, что наши лёд. Закаленные самые. И по их тропам, вот уже, когда они уже по всему миру первые, очень большая ответственность, когда едешь в другие страны. Другие города. Города представлять республику. Они же ждут прям такого
уровня. Большого. То есть вы не зря вот сказали о том, что да, это вечная мерзлота, да, и если кто-то говорит, что лед мягкий, условия не те, да, то для наших мастеров условия, когда минус 50, если это комфортно, то если минус 30, так это вообще благодать, да? Хорошо. Девочки, ну вы участвовали в различных конкурсах, да, у вас есть своя команда, да, Стехсана. Давайте поговорим о ваших достижениях, вот такие самые глобальные, самые, может быть, яркие воспоминания для вас. Где вы принимали участие? Да, ну мы этот... Наше начало вообще с бриллиантов Якутии, да, на 202-м микрорайоне, уже который год у нас, да, очень вот администрация нашего города проводится очень на высоком уровне, и большая благодарность им, да, за такой фестиваль. Вот мы начали именно вот с бриллиантов Якутии, а потом уже в Магадане были, да, в международном конкурсе, потом, ну и в городских, да, и в республиканских конкурсах, и а также в прошлом году, да, в прошлом году мы были да, в городе Томске, да, с нашими студентами, да, наша вообще основная цель нашей, да, нашей работы, как бы вот именно вести за собой вот наших студентов, наших молодых мастеров, да, и они вот растут, они вот именно мастерами становится. То есть вы все-таки, это как с точки зрения преподавательства, да, да, рассуждаете? И вот тогда вопрос такой, насколько популярно вообще вот это искусство, ледовое искусство, снежное искусство среди молодежи? А молодежь сейчас интересуется этим, вот прям хотят этим заниматься? У нас есть будущее? Будущее есть, конечно. Именно в нашей среде, да, именно вот среди художников, косторезов, мастеров, ювелиров, вот этот вид очень популярен, да, очень популярен, потому что именно вот за большими мастерами идем, да, и надеемся, вот этот уровень будет еще выше, да, еще выше, еще развиваться будет именно вот ледовая и снежная скульптура тоже. А какими качествами вообще обладает вот мастер по ледовой и снежной скульптуре? Вот если взять из вашего опыта, вот может быть что-то наделил вас какими-то вот чертами характера это искусство именно? Выносливость. Закалка, да. И желание большое. Да. И это же кусочек маленького чуда, как бы. Чудо. Это да. Чудо, конечно же. Когда вот на эскизе, на бумаге, потом на льде, как хрусталь выходит и так далее. Ну, каждый фестиваль у нас проходит, ну, как мастер-классы. Очень большие именитые мастера делают. И находясь вместе с ними, ты учишься у них. Вот даже те инструменты, которые мы сделали, ну, сами, тоже с их подачей, да, получается. И между участниками есть и даже там теплые конкуренции, но они вот именно вот условия, холодные условия, они вот именно... Сближают. Да, сближают друг другу, помогаешь не до конкуренции, как говорится, а дружба. Да, и каждый у вас дружба уникальный среди скульпторов, да? Хорошо, девушки, а вот такой вопрос у меня возникает. Вот ходите по городу, да, видите свое искусство, да, вот сколько стоит в среднем ваша скульптура, вот если при таких условиях, которые у нас сейчас погодные? Ну, до конца марта почти что. До марта стоит? До весны, если не этот... Не разобьют. Не разобьют и не сломают. Да, то есть вот здесь нужно обратиться к телезрителям. Дорогие друзья, пожалуйста, проявляйте какую-то, знаете, доброту, да, потому что это действительно человеческий труд, это занимает много сил, много времени, поэтому давайте будем добрее и будем беречь эти скульптуры на улицах нашей столицы, да, потому что все-таки, мне кажется, это... Наш колорит, это наше достояние. И где, как не в Якутии, должно быть множество ледовых скульптур. Спасибо вам, дорогие гости. Конечно, желаем вам успехов. Но когда я вижу вот это орудие в руках хрупкой девушки, я просто еще раз восхищаюсь, думаю, какие же у нас замечательные якутские девушки. Нет, даже, наверное, вот так сделать, да? Вот кухонный-то еще можно воспринять, да? А вот этот вот орудие, да? Ну... Браво, девочки, спасибо большое. Успехов вам, творческого вдохновения. И, конечно же, всего самого наилучшего. И с наступающим Новым годом вас. Вас также. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну, а сейчас мы переходим к следующему сюжету. Эксперт-риэлтор Анастасия Тиманани отправилась в Краснодарский край. А зачем? Вы узнаете прямо сейчас. Это наш партнер. И, конечно же, она поделится самым интересным в следующем сюжете.
Всем привет! Меня зовут Анастасия Тиманани, и я риэлтор, который полгода назад переехал в Краснодарский край. Хочу рассказать вам сегодня, как и на что обращать внимание при покупке недвижимости. Считаю, что в Краснодарском крае жить в квартире – это неблагодарное дело, потому что там можно свой сад раскинуть у себя во дворике, огород, посадить цветы, деревья. Да? Наиболее недорогие можно найти в Краснодаре, в городе Краснодаре, потому что он находится не у моря, до моря час-два. А самые дорогие квартиры – это, конечно же, Сочи. Я очень люблю Сочи, потому что это круглогодичный курорт. Зимой там Красная Поляна, горнолыжка, летом Черное море и прекрасные пляжи. Поэтому я вот занимаюсь недвижимостью в Сочи. И вот хочу рассказать новый тренд по инвестициям в недвижимость. Это люди покупают номера в отелях, как в бюджетных, так и в дорогих. Если говорить про 4-звездочные, 5-звездочные отели, то там реально можно получать пассивный доход, не участвуя в сдаче аренды. Заключается договор с управляющей компанией, с управляющим ательером, и за вас кто-то всю работу делает, вы только получаете дивиденды. Также можно покупать и квартиры, и тоже сдавать в аренду туристам. Поток туристический в Сочи очень высокий. Мы занимаемся строительством частных домов в городе Славянск на Кубани. И вот этот город и хутор рядом с ним, Трудобеляковский, предпочитают пенсионеры. Спокойная, размеренная жизнь со своим огородом в частном доме. Например, это в районе 3-4 миллионов где-то частный дом кирпичный обходится. Если это курортные города Анапа, Геленджик или какие-то еще известные города, цены уже повыше. И самые, конечно, высокие цены также в Сочи. Если вы решились приобрести недвижимость на Кубани, в первую очередь смотрите не на низкую цену, вот чем ниже цена, тем опаснее, да? Смотрите на репутацию, например, застройщика, риэлтора. Надеюсь, мои советы вам помогут определиться при выборе недвижимости в Краснодарском крае, в частности, в Сочи. И, возможно, вы приобретете недвижимость не только в качестве дачи, либо курортной недвижимости, а, возможно, она вам будет приносить прибыль. После просмотра такого сюжета захотелось прям взять и рвануть в Краснодарский край, приобрести там недвижимость и жить в теплых краях. Но, к сожалению, мы живем в Якутске, или, возможно, даже к огромному счастью. Вот даже после этого льда у меня до сих пор ручки холодные, и это потрясающее ощущение. Ну а сейчас хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья, что 31 декабря 2019 года на телеканалах национальной вещательной компании «Саха» вас ждет традиционный праздничный эфир. Подарим новогоднее настроение и приятные подарки. Многие жители и гости нашей столицы с нетерпением ждут этого грандиозного события. Приобретая магниты «ХРСХ» с пожеланиями счастья, благополучия, здоровья в подарок на Новый год, вы получите шанс стать обладателем ценных призов. Напоминаем, что приобрести магниты вы можете до 31 декабря 2019 года по адресу Орджоникидзе 48, первый этаж НВК Саха. Ну а сейчас мы уходим на рекламную паузу и вновь вернемся в студию. Итак, мы продолжаем прямой эфир «Города женщин». Немножечко времени осталось до самого долгожданного события Нового года. И, конечно, мы все переживаем, мы все в заботах, хлопотах, носимся по магазинам, думаем о чем же. Но я, например, у меня одна головная боль – это вечно подарки, 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 подарки. Ну и, конечно же, рабочие дни, суматоха и так далее. И вот даже я немножечко простыла, действительно. Поэтому приношу извинения за свой не самый приятный голос. Ну а сейчас мы переходим к следующему сюжету. И он посвящен тому, какая же она идеальная, гармоничная женщина. Об этом расскажет нам Варя Максимов. Добрый день всем зрителям.
жителям города женщин. Сегодня я хочу поделиться 5 секретами красивой гармоничной женщины. Очень многие задаются вопросом, какая она идеальная женщина. На самом деле вопрос очевиден. Она среди нас всех. Просто надо грамотно поставить все приоритеты. Итак, 5 секретов из моего личного опыта. Первое. Это здоровье. Что сюда входит? Обязательно высыпаться, меньше стресса и правильная пища. Очень многие сидят на диетах и пытаются обмануть организм. И когда-нибудь после таких экспериментов он может ответить вам какой-нибудь плохой болячкой. Поэтому ваше питание обязательно должно быть сбалансированным и правильным. Следите за этим. Второй секрет – это, безусловно, уход. И его следует начинать уже с ранних лет, как минимум с 18 лет. Самый главный секрет молодой здоровой кожи – это грамотное очищение от внешних факторов каких-то, ну и от омертвевших клеток. А когда омертвевшие клетки наслаиваются, процесс старения еще больше становится, поэтому их обязательно грамотно нужно очищать. А для этого вам помогут, конечно же, в домашних условиях пилинги, скрабы, в каких-то, может быть, в косметологических кабинетах. Это чистка лица уже профессиональная. Можно ходить в баню, чтобы поры открыть и почиститься. Это вообще самый классный, мне кажется, способ. Будьте внимательны в этом плане. Второй этап – это увлажнение кожи. В нашем климате, очень сухом, нам просто необходимо это делать. Я увлажняю кожу в несколько этапов. Это, конечно, сначала тонизирование, тоник, тонер любой, а потом уже эмульсии и эссенции. В принципе, можно самим изготовить как дома крем, благо рецептов в интернете много, но и купить, конечно же, в любом магазине, который у нас сейчас в Якутске, конечно же, полно. Следующий этап – это питание. Питаем кожу обычно на ночь. Но если вы никуда не уходите, не выходите из дома, то, в принципе, и днем вы можете нанести какую-то питательную маску, питательный крем. А днем у нас другая функция. Если вы уже вышли куда-то там на улицу, тут уже защитные крема вступают в действие. Обязательно защищайте свою кожу. Ну, особенно, конечно, лицо. Третий секрет – это, конечно же, движение. Движение – это жизнь, как вы все прекрасно знаете. Вы можете выбирать спорт по своему характеру. Это могут быть танцы, это может быть йога, это может быть плавание, это может быть бег. Четвертый секрет, я называю его тюнинг. В принципе, без него можно обойтись. Я имею в виду, это какие-то инъекционные процедуры, то бишь мезотерапия, филлеры, ботоксы. Но это уже индивидуально. И я не против этих всех процедур, потому что если есть возможность сохранить то, что природа дала, почему бы не использовать? Но, опять-таки повторюсь, это на ваш выбор. Пятый, самый важный секрет – это, конечно же, любовь. Любовь в себе заключается в принятии себя, своего тела, своего лица, своего характера. А также включает в себя самореализация. Женщина, которая любит дело, которым занимается, она гармонична. Поэтому, если вы еще не нашли свое занятие, пожалуйста, ищите и не останавливайтесь. Дорогие женщины, любите себя, верьте в себя. Развивайтесь, совершенствуйтесь, и вы поймете, что идеальная женщина не та девушка с обложки, а именно вы. Спасибо большое Варе Максиму, прям вот эта фраза «именно вы». Мне аж захотелось расправить плечи и сказать «да, это я». Ну а сейчас хотелось бы с огромным удовольствием представить моих следующих гостей. Это ребята, которые перед Новым годом не занимаются подбором подарков. Они не занимаются благотворительностью, потому что они готовятся к экзаменам. А экзаменам важно, ведь они являются учениками кафедры специального фортепиано школы музыки имени Босикова. Это ребята, лауреаты международных конкурсов. Здравствуйте, это Александр Тумусов рядом со мной и Иван Серкин чуть подальше от меня. Здравствуйте, ребята. Ну что, вот как я уже и сказала, вы у нас все-таки представители, значит, мира музыки, вы у нас учитесь, и сейчас вы активно готовитесь к экзаменам. Вот хотелось бы узнать, ребят, с какого возраста вы решили для себя, что вы станете музыкантами? Вообще, я решил стать музыкантом, наверное, еще с раннего детства.
Раннее детство это для тебя сколько? Ну, 5-6 лет. 5-6 лет ты уже понимал, да? Да. Ну, да, в принципе, понимал, можно и так сказать. А как ты это понял? Вот интересно. Ну, когда я был маленьким, я, конечно же, ходил в детский садик, и у нас стояла фортепиано. И меня это фортепиано почему-то очень заинтересовало, и я постоянно хотел притронуться к нему. Ага. А воспитатели, конечно, от меня отталкивали. Да. Сейчас, наверное, она об этом жалеет, да, потому что сейчас ты у нас уже профессионал своего дела, да? Хорошо, а Иван в каком возрасте осознал, что он будущий музыкант? Ну, на самом деле, очень поздно. Поздно. Потому что вначале в самом меня больше интересовали науки. Более того, это вылилось в такой результат. Я стал лауреатом Российской академии наук в городе Санкт-Петербург по химии. О, то есть ты химик? Нет, я музыкант. Я музыкант, он поправляет, вот. Да? Отлично. Но ты все-таки более-таки точные науки были тебе, да, ближе в начале? Да. То есть, а в музыку во сколько лет пришел? В музыку я пришел в 11 лет. Это была моя первая учительница, директор музыкальной школы по фортепиано, Галина Васильевна Уманская. Она удивительный, потрясающий человек. Она мне привила любовь к композиции тоже. Мы с ней маленько сочиняли. Ну, хотя кто знал, что вот я вот недавно вернулся из Саратовской государственной консерватории, где была премьера моего концерта для фортепиано с оркестром. Это вот было, так вот. Да, это было 10 числа этого месяца. 10 декабря ты провел свой концерт, да, программу свою, да, в Саратовском государственной консерватории. Правильно? Да. И это, наверное, для тебя прям такой одно из самых ярких событий в твоей жизни, правильно? Я к этому очень долго шел, просто концерт мы уже играли в Высшей школе музыки, в нашем концертном зале, но пускай дирижер Владимир Гаврилович Колесов был очень хорош, ну, мы не будем тыкать пальцем, было не очень хорошо. Ты не был доволен своим выступлением? Нет, не своим. Я должен был сделать этот концерт так, как полагается, я свою миссию выполнил. А как вы выбрали вот именно Саратовскую государственную консерваторию? Пригласили? Пригласили. На самом деле, там тоже связана такая весьма интересная история. Я там победил в конкурсе имени Альфреда Гарьевича Шнитке год назад. Вот, конкурс композиции. За это тоже стоит сказать большое спасибо уже экс-ректору Высшей школы музыки Никифоровой Вере Семеновне, которая везде всегда меня поддерживала, в общем-то. Вот. В общем, посмотрите, замечательно, когда Иван выразил благодарность всем. С самого начала, да, до сегодняшнего дня, с самых стартов своих, да, и сегодня. Ну, тогда вопрос к Александру. Если мы все-таки говорили, что Иван вот рассказал о своем ярком событии в жизни, да? А для тебя вот на сегодняшний день, в твоей музыкальной карьере, самое яркое событие это что? Самого яркого события такого нет, потому что их много. Угу. И можно сказать, что начало моей музыкальной карьеры началось с конкурса «Новые имена Якутии» в 2017 году, которые проходили в нашей школе. Я там занял гран-при. И вот с этого момента уже началась интенсивная работа. Потом было много конкурсов в Красноярске, во Владивостоке, в городе Ростове-на-Дону. И в последний раз я ездил в город Томск совсем недавно, в ноябре, это, на международный сибирский конкурс пианистов имени Шопена. Шопена. Ну, тогда возникает вопрос. У любого артиста, у любого музыканта всегда есть некий кумир, да? Вот есть ли у вас человек, которому вы подражаете, или творчеством кого вы восхищаетесь? У, скажем так, у всех, все музыканты по-своему хороши. И нельзя сказать, что кто-то выделяется из них более. Но хотелось бы сказать, что больше всего привлекает игра Марты Аргерих, такая замечательная аргентинская пианистка, и творчество Эмиля Гильельс. Хорошо. А у Ивана? Вы знаете, прямо кумиров у меня нет, но
В общем, у меня есть произведения, которые посвящены многим известным личностям. Например, «Реквием памяти Дмитрия Александровича Хворостовского». Кстати, стоит сказать, что и «Реквием», и концерт, он есть на моей странице ВКонтакте. Он находится в публичном доступе. Молодец, успеваешь все, да? Хорошо, ребят, а какая у вас мечта в плане творчества? Вот, конечно, может быть, не хотите делиться на всю республику, но если есть возможность, расскажите, какая у вас мечта? Работать, учиться. Хотелось бы учиться всю жизнь, конечно, это так и будет, но учиться в свое удовольствие. И хотелось бы, конечно, преподавать и концертировать. И на самом деле совмещать это очень трудно, но... В то же время очень, очень хочется работать с детьми, как работает с нами наш учитель, педагог Сергей Иннокентьевич Лебедев. Молодец. А мечта у Ивана? На самом деле хочется, чтобы в мире все было более стабильно, более справедливо, потому что многие личности даже из нашей республики, они обходятся как-то... С ними обходятся несправедливо, например... То есть ты хочешь изменить, да, отношение к творческим людям? Конечно. Вот мой педагог Владимир Васильевич Ксенофонтов, это потрясающий человек, уникальнейший композитор. Но почему-то происходит такое, что вот только сейчас начали играть его произведения. То есть спасибо большое, ребята. Ну, прям, ну, восхищаюсь вами и, конечно, прям... Поздравляю вас с наступающим Новым годом, готовьтесь к экзаменам. И, конечно, дай Бог, чтобы вот именно ваш талант, да, ваше творчество принесло нашей республике, знаете, вот такое мировое имя. И чтобы, вот как говорит Иван, о наших музыкантах не забывали. И, конечно же, дай Бог вам всего самого наилучшего. Спасибо большое, ребята. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим о новогоднем, о предновогоднем настроении, о хлопотах и заботах. И сегодня мы пригласили в студию Наталью Гуляеву. Она является мастером фэн-шуй, которая расскажет нам, как же правильно расстаться со старым Новым годом и как же правильно войти в Новый год по фэн-шую, как это модно говорить, да? Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, все-таки давайте о том, как завершить этот год, дабы следующий был для нас более успешен. Хорошо. Так, для начала хочу поприветствовать всех и с Новым годом поздравить наступающим. Всем желаю, чтобы ваши желания исполнились. Вот, и хочу немножко сегодня рассказать про грядущий Новый год, как же его встретить и как проводить наш этот завершающий год. Почему завершающий? Потому что с 12-летнего цикла со следующего года начинается у нас с года крысы всегда. Вот, и он идет уже как бы наперед на 12 лет. Вот, крыса всегда она является, ну, как бы сказать, таким проводником, да? А свинка, она у нас завершающая. То есть на свинке мы все завершаем, да. А с крысой мы начинаем новую 12-летку. Да. Поэтому в этом году обязательно вот оставшиеся несколько дней, да, порядка уже там минимум 2 недели, да, мы должны вот уже попрощаться со старым Новым годом, чтобы встретить следующий год на ура. На ура. Ну вот давай начнем прощаться. Что нужно сделать? Естественно, у нас проходит, значит, несколько ритуалов получается, да. Все женщины мы являемся немножко волшебницами, домашними ведьмочками, да, и от нас очень много зависит. Вот поэтому, дорогие мои женщины, вы можете уже с сегодняшнего, завтрашнего дня до наступления Нового года, получается, да, все это очистить пространство наше. А, избавляемся от хлама. От хлама, да. Вот, мы на прошлом эфире об этом говорили, уже на неделю раньше мы говорили, избавляемся, выносим все, что не нужно, избавляемся. Да, да, да. Избавляемся от всего ненужного, старого, это во-первых. Во-вторых,
нужно очистить наши мысли, угу. потому что мы все люди, мы все переживаем какие-то не очень хорошие негативные эмоции проявляем, да, и с этого нужно начать, потому что мы должны прописать в эти дни, получается, до 21 декабря, потому что с 21 декабря у нас начинается зимнее солнцестояние, это очень такой сакральный мистический день. А, то есть до 21 нужно избавиться от всего? До 21 числа нужно нам избавляться от всего, значит, каких-то переживаний. И как раз-таки сегодня очень хороший день, потому что сегодня день с индикатором устранения. О, сегодня? Да, сегодня. Так, дорогие телезрители, сегодня день с индикатором, устранения. То есть именно сегодня желательно... Да, избавляться от всех плохих мыслей. Угу. Нужно, значит, после... Ну, в полночь, можно так сказать, да? А, в полночь еще. Да, всех уложили своих домашних. И, значит, женщины, мы пишем, должны прописать все наши негативные какие-то плохие мысли, да, на бумаге. И? Потом завернуть, сказать, все, отстаньте от меня. Оставляя все в прошлом. То есть я уже начинаю... новую энергию со следующего года. А куда бумажку-то эту потом? Нужно, конечно, позаботиться о технике безопасности и вообще надо сжечь. Сжечь. Так, аккуратно сжигаем, пока все спят дома. Ага. Ну, в общем, мы избавляемся от негатива на бумагу и сжигаем бумагу. Сегодня? Ага. Сегодня. 12 ночи? 12 ночи. Хорошо. Потом, можно, кстати, это сделать на улице, потому что там безопаснее всего. Ой, как вы, Наталья, после этого полгорода сегодня женщины все не стояли на улицах, да, и не сжигали бумажки, да? Хорошо, дальше что? Дальше, заходим домой, можно приготовить теплое молоко, корицу добавить для вкуса. Кто не любит молоко, то не принципиально, то есть можно чай заварить, можно что-нибудь еще, да, и себя как-то таким образом умиротворить, понимаете, да, то есть на улице, сейчас у нас минус 45 сегодня, да, и как раз таки каким-то таким образом задобрить себя, пойти поспать. А с завтрашнего дня, потому что у нас остаются всего 2 дня, получается, да? До 21-го, да? До 21 числа, да. И мы должны уже убраться у себя дома. А, уборка завтра? Уборка завтра, да. Хорошо. И обязательно нужно почистить все наши кладовки, шкафы, да, убрать все ненужные, значит, вещи. Вот, после того, как мы все это сделали, нужно обязательно убраться... соляным раствором, водой. Кстати, тут, да. Соль. Соль нужна. Вода. Соль, вода. И? Да. Можно несколько капель эфирного масла для настроения. Вот. Таким же образом, да, то есть, когда мы убираем всю нашу квартиру, все наши дома, нужно обязательно приподнятое настроение, потому что мы же прощаемся уже со старыми, да, какими-то. То есть мы должны полы и вот все солью, да? Да, все солью. Оконные проемы, вот окна обязательно. Тряпочкой, что, да? Да, тряпочкой. Соляным потому раствором. Что окна – это глаза нашего дома, да, чтобы не соринки. Вон оно что. А все думают, наверное, зимой зачем окна мыть, еще размажутся, потом не вытрешь начисто. Солевым раствором. Солевым раствором, да. Нужно обязательно так помыть еще и дверные проемы, потому что это рот нашего дома. Хорошо, дальше что мы делаем? Вот, все мы закончили и должны уже на ночь, как говорится, принять теплую ванну. Обязательно с солью. Солью. Угу. Хорошо, опять соль. Опять соль. А знаете, вот я где-то видела, кстати говоря, у своей подружки дома, в углах и под кроватью у нее стоят банки с солью. И я спросила, для чего это? Она говорит, это очищает энергетику. Это правда или нет? Это правда. Да? Да. Если по каким-то причинам иногда бывает, что невозможно, да, убраться в эти дни, вы просто можете поставить в чашку соль. Да, соль. Либо просто на бумажку, да, застелить, по углам расставить, под кроватью обязательно, потому что мы спим, мы отдыхаем же, и таким образом тоже очищаем нашу энергию, получается. Вот так вот, да? Вот. То есть соль должна быть в доме в эти дни обязательно. Хорошо, дальше. Ну вот мы все это сделали, себя подготовили, очистили, дом очистили, дальше. Дальше. Уже с 22 числа у нас начинается янская энергия. Ну, это, конечно, немножко
по фен-шуй, я говорю, да? Потому что до 21 числа у нас как бы сейчас идет иньская энергия, то есть когда мы уже спим, да, а с 22 у нас все просыпается. Пробуждение, да? Пробуждение, да. И следующий год у нас, он весь такой янский-янский получается год. Он очень сильный такой, эмоциональный такой будет, да? И чтобы привлечь, естественно, мы должны елку украсить, поставить в нужных местах, между прочим. А где елку-то ставить надо? У меня уже стоит. Причем 10 лет на одном месте, да? На одном месте, да. А где должна стоять? Очень хорошо в этом году поставить на востоке, на западе. Это принципиально, да, если вы хотите получить от этого какие-то благоприятные энергии, да, то на плюсы, востоке либо на западе. На востоке и на западе обязательно. Вот так вот, хороший совет. Дальше, ну вот у нас есть тут фотоматериалы, да, можно нам, пожалуйста, первую картинку на экран, Наталья, и поподробнее нам вот о календаре, да, первую картинку. Нет, так, нет. Ну вот, 12-летний цикл китайской метафизики, он всегда начинается с знака крысы и заканчивается вот свинкой. Свинка этого года, значит, завершающая. Следующего года крыса, она же каждый раз меняется, и в следующем году наступает металлическая крыса. Вот, металлическая крыса, она любит, когда все справедливо. Он не любит ленивых людей, поэтому, пожалуйста, мои дорогие, активизируйтесь. Да, во все оружие, все свои. Ленивых не любит, да, будет к ним жесток. Да, к ним этот. Жестокий, да, немножко. Вот. И все-таки у нас крыса, она такая компанейская, она обязательно нужно встретить этот Новый год в кругу семьи, близких, друзей. Вот. Так, следующую картинку можно нам? Вот. Вот как раз-таки здесь я, значит... то, что вот мы сегодня должны сделать. Мы сегодня должны сделать, да. Какие-то вот можете свои аффирмации, да, можно так говорить, заговорить, можно сказать. Такой мини-обряд, да, как вы говорите, ведьмички. Да, немножко ведьмички, да. Хорошо, следующая картинка, пожалуйста. Вот волшебная уборка с морской солью, значит, завтрашнего дня у нас. Хорошо, и еще следующую картинку. У нас был такой большой календарь. Календарь был, да, или нет? Большой. Нет, большого календаря нету, да. Это мой второй календарь, то есть первый календарь я в прошлом году выпустила, и этот календарь следующего года получается, да? Почему он золотой, все спрашивают у меня. Просто я золото люблю, да? А, вы сами, да, любите золото? Да, просто год у нас металлической крысы, то есть весь металл, и серебро, и золото, и олово, и так далее, и тому подобное. А в новогоднюю ночь расскажи, пожалуйста, о каких-нибудь секретах. Вот помимо того, что елка должна стоять, а вот именно в новогоднюю ночь есть вот какие-то, вот опять же, те самые такие, как обрядики, которые нужно сделать, дабы следующий год был успешен. Как встречать именно этот Новый год? Как встречать именно этот год? Да, пожалуйста, мы все должны, значит, встретить этот Новый год в кругу близких своих друзей, любимых. Это обязательно, потому что крыса, еще раз говорю, что она компанейская, да, они живут стаями, да? То есть нужно стаи встретить, да? Стаи встретить, обязательно. Ага. Конечно, приготовить все наши любимые блюда, тут нету никаких таких ограничений, допустим, да? Поставить годи, на стол что-то, да? Год лошади, допустим, мы не кушаем лошадь, нет. Либо такого, да? Нет. Нет. Ага, слава богу. Вот. Насчет желаний, кстати. Да, обязательно прописывайте свои желания. И куда? Под подушку. Все так просто, да? Все так просто. Желание под подушку, да? И хорошо. И, конечно же, хотелось бы пожелания от Натальи, мастера фэн-шуя, нашим телезрителям. Мои дорогие, этот год у нас завершающий цикл. Со следующего года у нас начинается новый 12-летний цикл. Это очень хороший период, когда мы можем все свои желания впустить именно на реализацию. Да? То есть не бойтесь, никаких ограничений нету. Всего вам доброго.
Вот такая добрая Наталья у нас. Ну что, спасибо большое. Я надеюсь, твои советы, да, помогут многим из наших телезрителей распрощаться с 2019-м и вот с позитивом и замечательными мыслями и эмоциями встретить 2020-й. И, конечно же, мы увидимся с тобой в следующем году и будем помогать всем зрителям как-то делать нашу жизнь краше и добрее. Спасибо большое. Спасибо. Ну и на этом мы завершаем наш эфир, дорогие друзья. До Нового года осталось совсем немного. Последний эфир мы посвящали подготовке к этому Новому году. Ну а следующий Новый год, следующий эфир будет прям праздничный, новогодний. И мы будем веселиться и радоваться. До новых встреч!